Смирно! Равнение на середину. Ура! Ура! Казать ура! Нас ура! Градусов! Разговоры лицом к памятнику! Раз, два, три! Наверное, казаки хотели бы, я так думаю, иметь императора пожизненного, как символ государства, который заботился бы о судьбе России пожизненно. Потому что президенты уходят и уходят, а император может быть как символ, может быть и необходим в России.